XX, с вами Беливикс, всем привет! И сегодня у нас будет долгожданный мейкап-туториал, и я покажу вам, как сделать макияж базовый Briar Beauty из Ever After High. Начнем! Для начала нам понадобится тональный крем. Наносим крем на 4 зоны – лоб, нос, щечки и подбородок. Теперь все равномерно растушевываем. Используем карандаши двух цветов – коричневый и светло-коричневый. Сначала берем темный карандаш, которым мы закрашиваем брови и рисуем новую форму. Теперь на помощь приходит светлый карандашик, которым по краям бровей создаем градиент. Наносим малиновые тени вокруг глаз. И на верхнем веке добавляем нежно-розовые или же белые тени. Черной подводкой рисуем стрелки. Спустя несколько минут стрелки нарисованы. Фиксируем ресницы черной тушью, чтобы придать им объем. Красим губы розовой помадой. На нижнюю часть наносим блесточки. Они нам точно не помешают. А потом на щечках создаем легкий румянец. И теперь финальный момент. Мы одеваем парик. У Briar Beauty отличный вкус в выборе одежды. Briar знает, что должна погрузиться в сон на 100 лет. По этой причине она стремится наслаждаться каждым мигом. Она всегда неотразима и одета в ультрамодный наряд. Розы с шипами – это самый популярный аксессуар в аутфите Briar. Ведь, как она говорит, без цветочков никуда. Briar Beauty – дочка спящей красавицы из одноименной сказки. Briar не любит спать, но сон ее не контролируем. Иногда она может заснуть в любом месте и в любое время, даже прямо на уроке. И из-за этого у нее бывают неприятности. Что ж, спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, мой инстаграм и на мою группу и страницу ВКонтакте. Ставьте лайк под этим видео и не забывай написать в комментарии, как тебе мое перевоплощение на Briar Beauty и на кого ты хочешь следующий мейкап-туториал. Пока-пока!